Ну, коли здарыцца, так здарыцца, переживем. Когда чьим баху тады мы будем? А за справедливость. На тех, кто на кого напали. А на кого напали? На Украину. Так, насколько я знаю из источников телевидения, получается, что нарушили границу украинские. Больше подтримлю бок России. Почему? Тому я родился у в Советском Союзе. Раньше жили спокойно и мирно, а что теперь не жить спокойно? Россияне и даже Путин, они вот больше осознанно понимают, что происходит, и стараются уходить от этого конфликта. Они все сделают, обойдут все углы, и будет, не будет войны. Воевать за кого пойдем, когда начнется война? За кого скажут? Не должно быть. Мы будем, наоборот, миротворцами, и все будет хорошо. Нет, никто ничего не боится. Вы же посмотрите, все тихо, спокойно, как в болоте. Мы же всегда, у нас все тихо, белая Русь. Ты же решите этот конфликт. Договорятся, как всегда. Скорее всего, все это замнется каким-то магическим образом, как все это всегда и бывало. Надеюсь на то, что хватит ума не допустить такого сценария развития событий.